В воскресенье в Самарской области будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем минус 5, минус 7 градусов, ночью теплее, 2-4 ниже 0. Ветер преимущественно юго-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, днем минус 5, ночью 2 градуса ниже 0, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, температура воздуха днем минус 5 градусов, ночью минус 3 и снег, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем минус 6 градусов, ночью минус 4, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.